февраля. Мама моя уснула, уже вечереет. В доме тепло, и на улице тепло, несмотря на то, что метет и метет и метет. Ночью отключали свет, всю ночь не было света, и котел не работал. Замерзли! Ну, ничего страшного. Мы ж потерпим. Что нам там надо? Главное, крыша на головой есть. Это самое главное. А в остальном прекрасная Нателла. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Вы знаете, часто я среди своих и подписчиков, и друзей слышу, читаю. Но люди это демонстрируют, пишут об этом. Кто-то пришел. Кто ж там пришел? А кто там? Так вот, кто о патологической усталости, кто о творческом выгорании, у кого заканчивается уже не то, что там вера в себя, а надежда, что все получится, что человек не видит, допустим, там просвета, идет к намеченной цели, ничего не получается, если даже не так, что получается, а нет ожидаемого результата. Вы знаете, ну, в Инстаграме тут и в Ютубе тоже я вот смотрю, люди делятся своими впечатлениями, эмоциями вообще о жизни. Вот вы знаете, мне бы хотела сказать, если вот так, только вот сужу по себе, если я вот чувствую вот такое вот состояние апатии, состояние бессилия. Вот вы знаете, в один день ничего не хочется, у тебя ничего не получается, в голове вообще ячейки не расставляются. Такое состояние, что ты вообще, ты зря живешь, для чего ты это все делаешь? Неудача за неудачей, какие-то конфликты, какие-то непонимания, какие-то недоразумения. Значит, делюсь, лайфхак. Правда, делюсь. Друзья, очень сильно заморачивалась всегда по этому поводу. Еще хуже становилась, впадала в депрессию. Вот послушайте меня и примените, у кого такое состояние, которое действительно тупик. Тупик в любви, тупик в творчестве, тупик в работе, даже в отношении к самому себе. Правда, бывает такое. Начинаешь себя ругать, начинаешь себя за что-то корить. Друзья, обязательно дождитесь завтрашнего дня. Отпустите ситуацию, и утром будет совершенно все по-другому смотреться. Ваш внутренний мир будет по-другому совершенно это все воспринимать. Вот самое главное — дождаться завтрашнего дня. И вот я всегда себе, вы знаете, я всегда этому хотела научиться, но этому не научиться, это, скорее всего, приходит с возрастом. И вот как-то так, я так себя как загружу, что мне плохо. А потом говорю себе, так, давай, короче, до завтра. Завтра же будет все совсем по-другому. И будет решение проблемы. Оно будет обязательно, если у кого-то какие-то проблемы не могут разрешиться. Они обязательно, эти проблемы решатся. Даже финансового характера. Поверьте, даже финансового характера. Все равно человек найдет выход. Человек найдет пути. Я не говорю найдет деньги, но найдет пути решения даже финансовых проблем. Я уже не говорю о проблемах любовных и творческих. Очень часто встречается по поводу творчества, что какое-то тоже есть выгорание, тупик. Друзья, не надо останавливаться. Самое главное, чтобы была гармония, вот гармония с самим собой. И что вы знаете, и вы уверены, что все будет. Просто необходимо не останавливаться и идти к намеченной цели. Потому что вы же все знаете, что еще есть госпожа удача. Госпожа удача, она хочет посещает нас. Хочет, вообще не приходит к нам, понимаете? Но еще такого ни разу не было, ни с одним человеком, живущим на этой планете, чтобы удача
не разворачивалась своим красивым лицом и вам не улыбалась. Обязательно улыбнется, потому что за весь наш труд, вот мы трудимся, трудимся, трудимся на производствах, на своих работах, трудимся, даже вот те ребята, которые блогеры, надежду теряют. Ребята, любой труд будет вознагражден. Обязательно. Самое... Это тоже, кстати, мне пришло с годами. Когда человек старается, и он старается не только, не только на одном поприще, вот, допустим, там, работа или любовные отношения, вообще работает над всем, понимаете? Над отношениями, на работе, дома, с семьей, с детьми, не останавливаясь, пусть монотонно, но что-то делает для своей семьи. И даже если он трудится над собой, над своим мировоззрением, ребята, стоп, вот даю 100%, 100%, 100% будет вознаграждение. Оно обязательно придет, пусть не сразу, но придет. И я вот хочу сказать, те, особенно мы, женщины, мы так подвластны такому состоянию, что все брошу, ничего не хочу, сколько можно, я устала, я не могу, у меня нет сил. Мы себя жалеем. Значит, не настолько себя отдавала, значит, не настолько старалась, значит, где-то была ненастырной, значит, ты не призывала к себе удачу, значит, ты не надеялась на то, что удача к тебе развернется. Я такая же самая, но я все равно каждый день призываю к себе удачу, я каждый день думаю, будет завтра, и завтра будет лучше. Не знаю, может быть, я обманываюсь, но мне так легче жить, и я знаю только одно, если человек трудится, самое главное трудиться, знаете, не останавливаться, не жалеть себя, не лежать на диване, не обнимать подушку, не клянуть весь белый свет, а идти вперед, вперед и вперед, послушайте, и все наладится, все наладится, потому что когда тебя окружает все такое хорошее, все такое воздушное, и ты себя живешь, ты себя чувствуешь в таком счастье, тебя кружит вот эта вот удача. Друзья, всегда приходит потом что? Большой-большой застой, потому что весы перевешивают. И невозможно так, чтобы оно на серединке стояло, сегодня хорошо, оп-оп-оп, завтра будет еще лучше. Жизнь это ступени, и нам необходимо день за днем по этим ступенькам бежать, но самое главное вверх, потому что все же вы знаете, сколько много людей отдало свою жизнь под откос, разуверились в себе. Я не буду брать уже алкоголизм, наркоманию, это уже, мне кажется, человек просто на себе ставит крест. А вот так, если здраво подумать, то какое может быть выгорание, если нам подарили жизнь, мы видим белый день, зима, весна, лето, осень, мы встречаем людей интересных, мы влюбляемся, мы поправляемся, мы худеем, мы творим, мы чего-то ждем, мы мечтаем, мы путешествуем. Как времена года. Сегодня так. Завтра будет чуть-чуть лучше. Может быть и похуже. Вот когда хуже, я сама себе говорю, значит, что-то ты не доделала. Значит, где-то ты дала слабину. Значит, ты не так старалась, не так трудилась. Это вот так, знаете, я хочу просто вот тем девочкам, которые я не буду называть имена, если они меня смотрят, потому что я в Инстаграме читала, и так вот по видео они говорили, нельзя отчаиваться, надо день за днем, знаете, как работа и труд, все перетрут. Будет все обязательно. Самое главное, дождаться завтрашнего дня, кто сильно впадает в уныние. И вот вы знаете, я бы хотела сказать еще вот нам, женщинам, вот девочки, мы подвластны, да, вот таким вот перепадам настроения, мы
Все равно женщины, мы подвластны чужому мнению, что она скажет, что о нас подумают. Но мужчины совсем не так, они же совсем на другой планеты. У них совсем другое мышление и мировоззрение, совершенно другое, отличающееся от нас. И я за мужчин не могу говорить, я просто говорю так, как я женщина и про женщин. Самое главное, нельзя бояться своих эмоций. Если хочется плакать, надо плакать. Если хочется радоваться, надо радоваться. Танцевать, танцуйте. Захотели пойти погулять, погуляйте, отвлекитесь. Понимаете как? Надо давать своему организму разрядку, не зацикливаться на одном. Как и трудимся, так и отдыхаем. И ни в коем случае не ведем праздный образ жизни. Праздный образ жизни еще никого до хорошего не довел. Даже невзирая на то, есть ли деньги у женщины или нет у нее денег. Ну, за деньги это вообще отдельная тема, потому что, как мой многолетний опыт показывает, жизненный, деньги, деньги дают только возможность. Они ничего не дают, кроме возможности. И нам надо учиться жить возможностями своими, большие возможности. Воспользуйтесь. Маленькие возможности. Значит, маленькие возможности. Везде надо искать позитив и радость. И никогда, что бы ни сделала женщина, нам не должно быть стыдно. Нам не должно быть стыдно за свои поступки. Потому что если мы живем в уверенности самим собой, да, то как же может быть стыдно? За что стыдно? Зачем слушать какую-то Машу, Дашу, там, Глашу, да? Хотел сказать Клушу. Пускай эта Маша, допустим, будет 100 раз права. Пускай она будет 100 раз, да, вы думаете, она же права. Но если вам ваше внутреннее «я» говорит «стоп, я не хочу этого делать, я сделаю это потом». Делайте лучше это потом. Самое главное – жить в мире самим собой. Это самое главное. И трудиться, не надеяться ни на кого. Особенно сейчас, в наше время. Много крепких семей, но большинство женщин одиноки. Большинство женщин надеются только на самих себя. И ни в коем случае нельзя впадать в никакую ни апатию, ни депрессию. Потому что если слишком очень этого хотеть, чего-то хотеть в жизни, женщина это обязательно получит. Обязательно. Поверьте, я знаю. Я знаю, о чем я говорю, потому что уж ступеней много я прошла. Сейчас еще стихами заговорю. Мама дорогая. Ладно, друзья, не буду вас грузить. Вот такие вот у меня мысли. Я думаю, кто кому надо, у кого такое состояние, меня услышали, вы меня поняли. Говорите себе, каждое утро все будет хорошо. Будет все хорошо. Будет новая любовь. Болезни отойдут. Деньги будут всегда. Деньги это такие, знаете. Они же приходят. Да, они быстренько убегают, но они приходят. Госпожа удача будет улыбаться. Обязательно. Только надо этого очень и очень хотеть. И трудиться над этим. Потому что удача дама капризная, и она просто так не уходит и не приходит. Она смотрит, стараетесь вы или нет. Надо стараться. Жить и стараться. Все, друзья. Спасибо, что послушали меня. Надеюсь, кому-то мои такие вот размышления пригодятся. И надеюсь, кому-то даже помогут. Если будут вопросы, пишите. Я обязательно вас поддержу. И так поговорим. Может, что и посоветую. Обязательно посоветую. Всего доброго.